Сегодня особенно сильно кричат все птицы. То ли они уже птенцов выводят, то ли потому что жарко, мы не знаем. Сегодня мы должны были вывозить мусор, но человек, с которым мы договорились, нас не понял, или мы его не поняли. Поэтому принесли на завтра. Ольга Водолей и Чингачкук на связи. По вашей настоятельной рекомендации мы открыли оставшиеся продухи или заглушки, кто как их называет. Сбоку одну и спереди три. Одна из них была утеплена поролоном. В общем-то, у нас дом сзади продувается уже 2 недели как. Почти 2 недели. Вот спереди мы не открывали. Мусор вывозу мы приготовили. Андрей Викторович продолжает демонтировать веранду. Я крушу, что и ломаю. Я разрушитель сегодня. Ты сегодня разрушитель. Вывозителем быть не удалось. Но это вот, вы не думайте, что мы это выкидываем. Мы это складируем. Туда же, куда вчера складировали длиннющую вагонку. И надеемся, что как-то ее используем. Ой. У нас сегодня был большой улов. Покажи, какой. Прибыло? О, вот эти беленькие, вот это сегодняшние, да, новенькие. Да, да, беленькие это сегодняшние. Ага, то есть мы собираем. Хотя на Озоне они предлагают за 9 рублей, но мы пока еще не знаем там, какого у них качества, точно ли они фаянсовые. А вот эти-то 100%, да, Андрей? Да, это настоящие. Это еще не винтажные, а самые-самые настоящие. Самые-самые настоящие. Вот так вот незатейливо была сделана веранда. Бруски, даже доски все в центре, с двух сторон вагонка. Ну, нормально сделано. В общем, хорошо сделано, да, качественно. А самое главное, что радует Андрея Викторовича, вот здесь есть много белых прекрасных брусков. Вот таких вот. И примерно. Это то, что нам не придется покупать материал на крыльцо. Мы крыльцо построим из этого же крыльца. Ну да, тем более, что уже пиленный брус. Нам вот недавно сказали, что на баню в Каргопольском районе семья купила, ну вот на баню брус, 53 тысячи. Только один брус. Сколько его там, мы не знаем. А сейчас мы пойдем на ту сторону, как приличные и порядочные люди. Правда, мусор мешает. Завтра его не будет. Вот еще. Вчера там Лена Яковлевна подмела. Там теперь вообще красиво, можно жить. И мы даже уже вчера мысленно в темноте уже расставили мебель. Вот это один портал, первый. А это вчерашний портал, который мы вчера в темноте тоже пытались показать. Вот так, вот это мы снесем. Вот это все мы снесем. Вот этой перегородки не будет совсем, этой двери. А заходишь, вот так вот с улицы заходишь, такие сени. Сени такие. Вход в комнату. Дальше идешь, мысленно не видишь эту дверь, а видишь вот эту прекрасную родную дверь, которая соединяет две половины. И так тын-тын-тын. Тин-тин-тин, тин-тин-тин. И все. Мы пришли в эту половину. Вот этой перегородки тоже не будет. И, наверное, Андрей Викторович так думает, что вот этой перегородки не будет тоже, а будет просто открытый вход на лестницу. Вот там вот за этой перегородкой прячется лестница. А вот эта лестница...
здесь был общий вход. Вот Нина Михайловна нам говорит, что был общий вход с таким длинным кольцом. Это кольцо было длинное, но вход был один. Вот этот. Вот этой стенки не было. И мы надеемся, что ее не будет, потому что мы демонтируем эту веранду. Это будет крылечко просто под навесом. Так. Зашли. И с этой стороны большие сени. Слева вот там вот лестница. Тут прямо ничего нет. Сени, опять же. И дверь в ту половину. Поскольку здесь качественное бревно, а не вагонка, мы думаем, что здесь не будет промерзать. То есть здесь зимой будет плюсовая, может, ноль. И сразу входим в дом. Так. Скоро здесь будет красиво. Мы сегодня с утра на планерке с Андреем Викторовичем распределили обязанности. И пока он демонтирует веранду, я, как всегда, как крот с всесоюзного значения, выгребаю мусор. Сегодня мы его выгребаем из мотоциклетного гаража. Там опилок, который нам пригодится, чтобы засыпать ямки. Были камни, были кирпичи, которые мы тоже сложили в нашу кучку. Вот еще что хотел сказать, пока не разобрана полностью веранда, так называемая. Обычную стремянку можно использовать как трап, как леса. Не все это знают. Вот. На самом деле все просто. Ее можно ставить практически горизонтально. Но у меня здесь нет нужды ее горизонтально ставить. Тем не менее, эту лестницу можно ставить в горизонт и ходить по ней как по трапу. И доставать самые такие сложные места. Люди иногда мучаются, теряют время, там что-то городят, а в том нужды нет, потому что не знают простых вещей, о которых знали все наши отцы и деды. Вот так. Ну ладно, продолжаем. Лестница – это очень многофункциональный такой инструмент. Он выполняет роль еще и стремянки, ну, кроме как просто стремянки, еще и леса. Можно ходить по ним как по куда угодно залить. Вот я очень с успехом работаю здесь, вот снимаю потолок, положу и хожу. Да, причем ты предусмотрительно сделал эти штучки. Да, да, да. Ты знал? Ну, конечно. Что тебе пригодится? Конечно, упор. Ну, там еще крючки должны быть, чтобы их цепляться. Пока крючков нету, но все равно работает нормально. Я хожу, абсолютно ничего не боюсь. Очень жесткая конструкция, ага. Безопасная. Вот. Главное, удобная, что она повышает производительность труда. Вот поэтому я это и хочу показать всем остальным, кто не знает. Короче, я думала, что это опасно. Но она стоит на 1 сантиметре. Оказывается, она упирается. Все-таки механика какая великая вещь. Великая вещь. Просто нужно ценить образование, которое получено, и использовать его в повседневной жизни. Сопромат, для чего учили? Мы вынесли окно, да? Стеклянное. И уже снесли потолок. То есть мы сейчас 3 стенки уберем. И у нас останется каркас, да? Да. Который нам будет очень тяжело разбирать. Потому что он новый и на скобах. На скобах. Придется пилить, да, его? Ну, скорее всего, да. Чем клинья бить какие-то, рубить. Конечно. Проще перепилить и все. Ну, кто-то опилок наносил. Интересно, кто. О! Еще колеса появились. Я их видел в мотоциклетном гараже. А что это у нас? А-а-а, вот откуда опилки взялись. Ага. А ты видел кучу? Да. Вот. О, елки-палки. Смотри. Ты что, без меня новый сарай построила? Вот я думаю, что я себе присвоила самозвание крут всесоюзного значения. У нас с тобой увеличиваются площади. Полезные. Как говорят в Рязани, площадя. Ага. Благодаря тому, что вот это было мелко покрыто этим вот. А тут, смотри, оказывается, у нас еще один
Шикарный просто сарай. Да. И у меня еще возникла мысль. Я думаю, что у меня открылись какие-то в этом году способности. Неожиданные, экзотерические. Какие? Экзотерические. Экзо? Экзо. Ничего не перепутала? Нет. Экзотические и этерические. А я да идиот. Вот. Я думаю, что я вполне смогу быть не только руководителем, но даже сотрудником клиринговой компании. Клининговой? Клининговой. Вот, извиняюсь. Короче, подготовка, особенно предпродажная, мне кажется, что у меня удается. Да, да. Смотри, как круто. Я уже теперь думаю, может мне мастерскую здесь сделать, а не в том. Вот. Здесь хорошо. Объективно хорошо. Вот ту стенку только надо построить, она там вообще же никакая. Вот здесь, вот около дерева. Тут не то, что собака, человек может войти с тыльной стороны. Вот, здесь сделать надежную стенку, крышу чуть подлатать, и все, и мастерская готова. Ну еще ворота надо сделать, потому что ворота здесь не открываются. Ну вот мы с тобой должны будем посоветоваться. Что мы, как мы будем использовать это вот вновь открывшееся помещение? Угу. Так-то вот прям сюда верстак просится между этими двумя опорами хорошими. Кровать. Тут свет, ну нет, верстак. Тут надо полную набирать. Не, мне там очень нравится. Там стоишь перед окошком, и у тебя это красивая панорама. Вот представляешь, под этим окном верстак если сделать. Вот. Главное не закладывать кирпичами. Да, а я кирпичи, кстати говоря, специально клал не выше окна. А это я уже наложила, сегодня из сарая достала. По высоте здесь так же, Андрей. Здесь, чтобы тебе точно не биться, тебе придется, наверное, это поднять потолок. Нет, там повыше. Там повыше? Там повыше, однозначно, там выше. Особенно вот при входе. Здесь есть большой плюс. Он большой. Он большой. И ты здесь сможешь... Здесь можно много разместить, да, все. Разложить. Все инструменты, вот электрики. Вот этот стеллаж, который мы вчера вынесли, он прямо сюда просится. Да. Вот прямо сюда. Да, да. Тут тоже есть дерево. Вот, а тачка, вот она прямо сюда просится. Ну, в общем-то, да, вместо мотоциклетного гаража велосипедный, это, в общем-то, да, 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 велосипедный. Он, еще... да, он маленький, Андрей, тебе для этого. Ты потом будешь обрастать хозяйством. Двое молодых людей, одна девушка и один мужчина, оба возрастом далеко за 20, строят дом своей мечты. И достанется он только им, потому что они любят друг друга. Они решили начать жизнь с нуля в новом месте. Отказавшись от жизни в мегаполисе, Лена и Андрей переехали в маленькую деревню на русском севере, где почти 120 лет их ждал дом. Дом номер 18. Вот. Котей, Котя, привет. Я как? Я тут работаю, а ко мне пришел помощник. Как он по лестнице шел, это было, конечно, феерично. Да. Котя, тебя как зовут-то? А? Здесь правда британцев много, да? Да, тут такой британский край. Ага. Котя. Ну, слушай, здесь же не зря этот, как его, британский герб. Ну да. Это и британские коты. Будет как дома. Котей. Это мальчик или девочка? Мужик. Да? У него такое достоинство, что ай-яй-яй. Ты просто не видел, как он на второй сверху ступеньке кувыркнулся. Кувыркнулся, задержался лапами, перевернулся. Давай еще раз.
Давай. Не хочешь больше? Так, на трибуну выходит заслуженный разрушитель всея Пайтова. И вот что характерно, товарищ, хотелось бы привлечь внимание общественности к тому, что теперь кино, которое является искусством всех искусств, показывают только а человек труда, простой труженик сельский, исчез с экранов советского синематографа. Считаю эту ситуацию непозволительнейшей. Да здравствует рабочий крестьянский класс! Слава труду! И что хотим сказать? Уже несколько сезонов не в моде веранды. Вы можете посмотреть это в любом журнале дизайн, как русском, так и зарубежном. Поэтому мы призываем вас не тратить труд, силы, средства на сооружение вот этих вот странных коробочек. Абсолютно бесполезных. Откройтесь миру, люди. Это не модно. Применяйте скандинавский стиль. Открытое крылечко. Смотрите, как счастлив дом. Что наконец-то этот нарост с него убирается. Он просто загорелся всеми своими 29 окнами, засверкал. Тут, наверное, бригада из доблестной сельскохозяйственной страны работала 2 недели. Мы вчера даже нашли записку умирающих от голода людей, которые, видимо, не могли дождаться зарплаты. Тоже записка? Нет, кассовый чек. Да ты что? Посмотри дату, что за цены здесь. Плохо видно, выцвело. Ну это где-то начало 90. Да. Улица Дзержинского, 89. Город-герой Вельск, видимо. Нет, это, судя по всему, пополнение счета. Зачислено 95 рублей на Росинвест-клуб. Какой-нибудь. Не-не-не, это пополнение счета мобильного. Провайдер Мегафон Северо-Запад. Тогда это уже 2000. Так, сейчас попробую найти дату. Ну тут несколько. Кого-то, видимо, одного отправили. Самого сильного, который пополнил счет, чтобы позвонить на родину и сказать: пожалуйста, спасите нас. Так, значит, 7 августа 2008 года, Андрей. Ага. Это точно украинцы? Вернуть, заложить нормально. Да, спасибо, конечно, вам, ребята, что вы нам тут сохранили столько бруса, но мы не поняли нафига. Не, нам-то, конечно, хорошо. Был брус, вот и его использовали. Да. Не использовать, если он есть. А сейчас такой брус... Надо покупать за много тысяч рублей. Вот из красивой веранды получился такой танцплощадка. Завтра мы ее демонтируем. Ты инструменты убираешь? Да. Нам не хватило времени, чтобы... демонтировать эту волшебную веранду. Поэтому придется закрывать дверь варварским способом. Продолжение следует.